В Ишиме продолжается строительство канализационного коллектора. Старый в бетонном исполнении, куда поступают отходы со всех районов города, давно выработал свой ресурс. В 2019 году было принято решение о строительстве нового коллектора из полиэтилена. Тогда трубу диаметром 800 миллиметров проложили на расстоянии почти километр. В этом году сети продлят еще на 250 метров. На строительство объекта из областного бюджета выделили порядка 50 миллионов рублей. Когда грунтовые воды очень высоко поднимаются, я имею в виду, что это, то у нас коллектор просто, он называется, работает переполненный. Не успевает собирать все жидкие бытовые отходы и поверхностные воды. И поэтому коллектор не справляется, и у нас аж с канализационных колодцев вода выходит наружу. Закончить строительство нового коллектора планируют в следующем году.